Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил наш город с рабочим визитом. Подробности у Никиты Панина. Обманутые дольщики долгостроя по адресу Окружная 11, протекающая крыша на Чехова 7, переселение из ветхого жилья на Кольцевой улице. В ходе своего визита в Лобню губернатор убедился в том, что данные проблемы городом были успешно решены. Несколько лет назад было 18 тысяч обманутых дольщиков. Сейчас мы остановились на планке 6 тысяч дольщиков. То есть прорыв есть, но те, кто ждет жилье, конечно, это слабое успокоение, потому что каждый человек хочет получить то, за что он заплатил. Но мы сами это пережили. Понимаем людей, которые... Насущные проблемы жителей Лобни сегодня стали основной темой визита Воробьева. Большая часть времени губернатора ушла на общение с горожанами. В ходе поездки Воробьев встретился с жителями домов разных микрорайонов, поднялся на отремонтированную крышу по адресу Чехова 7, посетил МФЦ. Свой визит в Лобню губернатор окончил подведением итогов на совещании в администрации города. В целом работа видна, и то, что убрали несанкционированную торговлю, то, что сейчас организовывают стоянку для автобусов, вот такие мелочи, парк прекрасный, очень популярный, это, конечно, важно. Фонтан включили. Желательно только, чтобы этот фонтан работал не только у администрации, но и в других уголках города. Поэтому вот такие задачи очень земные и понятные. Подробный репортаж о целях и итогах визита губернатора Московской области в Лобню смотрите в ближайших выпусках программы «Акцент». Никита Панин, Дмитрий Жуков, Алексей Бойко, Алексей Орлов, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».